Всем привет, ребята! И сегодня я бы хотел поговорить о команде футболистов, о их лучшей игре и их подготовке к мировой лиге. Как они на Scrims PUBG Mobile World League сделали 25 кило в одном матче, то есть убили пол сервера лучших команд мира. Эти 20 команд вы сейчас видите у себя на экране. Команды поделены на 5 групп по 4 команды. В этом видео мы разберем, как пушат команды футболисты, как они ротируются и как они отыгрывают тогда, когда зона прокает не на них, а от них. Как они противодействуют этому и занимают топ-1. Сегодня мы разберем карту Мирамар, первую игру скримов PUBG Mobile World League и саму игру футболистов. Для них самолет хороший, медиани лутается Мартин. Они очень хорошо отыгрывают свой спот, и у них стрельба на очень высоком уровне, поэтому они легко отбивают свой спот от любых противников. Футболисты очень хорошая команда, и имеют огромный опыт. Они с Мартина поздними таймингами, ведь они файтились на своем споту, залутались и поздними таймингами, заняли горочку между Эльпозу и Монтенуэво. С него можно хорошо прочекать все, можно прочекать ротации справа и с левой стороны, можно прочекать кемпы, все поле. И увидев то, что перед ними есть враги, они не стали крутить. Они увидели то, что у них на таймере еще 40 секунд. И плюс зона не очень быстро сужается. Они могли выпустить их противников. Одного они поймали на ротации. И сразу же, как они дали второй нок, одного добили. Сразу же один игрок футболистов начал ротацию свою. И взял угол с другой стороны, чтобы не дать 69-м вообще пространство, и чтобы они не могли уехать. Но он уезжал так и брал угол так, что противники не знали, что он у них уже в спине. И при ротации футболисты взорвали еще двоих, и остался соло 69. Так у футболистов уже было 5 киллов. Команда ротировалась быстро, но все вовремя. Они ловят хороший тайминг. После того, как они убили 69-х, они видели то, что в килчате файтятся ДЕшки в следующем кемпе. Один игрок футболистов подъехал ближе и с горы чекал всю информацию, собирал. После того, как он видел то, что Дримитерсы дали два нока, одного добили и сами погибли, они сразу же подъезжают в эту очень хорошую ЛГшку, в которой можно растянуть полностью соперника. И они вчетвером стали широко, один на горе и трое в ЛГшке. И смогли взять соперника в тиски. Это очень хороший мув. Они это очень качественно делают. Поэтому футболисты никогда не боятся пушить. Они умеют брать угол. Умеют файтиться. И в этом они очень нравятся всем. Это очень классная команда, которая, я думаю, займет хорошее место в World League. И, кстати, если хотите, то чтобы я сделал прогноз в таблице PUBG Mobile World League, пишите в комментариях. Я обязательно выслушаю. Конечно, все звучит просто. То, что команда дает углы и убивает. Конечно, звучит просто. Но нужно знать хорошие позиции. Нужно знать, как правильно подъехать. Нужно правильно расчекать кемп. Нужно расчекать, где кто сидит. Нужно правильно раскидать гранаты. Стать правильным сплитом, чтобы у вас все получилось, и делать это все в таймингах, потому что можно опоздать и остаться за зоной, или умереть кому-то, или все слишком быстро сделать и потерять кого-то также. Так что тренируйтесь и будете так же, как футболист, но по стрельбе очень многим нужно еще тренироваться до их уровня. Был еще такой очень показательный момент, когда футболисты были за зоной. Под горой были Канина Пауэр, двое игроков, а на горе Клоун-9 стали офигенным сплитом. Вроде бы все чекают, хорошо стоят, должны принимать и Канину Пауэр, и футболиста. Ну, футболисты сначала закрывают Канина Пауэр, получают пару ноков, но Клоун-9 не досмотрели, все разрезались. Я не знаю, больше ошибка Клоун-9 или очень хорошая жесткая стрельба
и позиционка от футболиста. Даже не знаю, что больше сыграло эту роль. Но Cloud9 на этом моменте сыграли, мне кажется, не так, как могли. У них очень была хорошая позиция, но чуть проспали момент и подпустили себе в спину футболистов, которые забрали троих, и одному пришлось с Cloud9 выживать просто, чтобы набирать поинты за плейсмент. Хотя они могли сделать много киллов. Такой себе мув. А потом с этой позиции, которую заняли футболисты на месте Cloud9, у них была фулл зона. Зона прокнула на них. У них была офигенная позиция. Гора плюс большой лоу-граунд. И всем нужно перебегать через дорогу. И поэтому вообще без шансов футболисты всех забирали. И сделали 25 киллов. Ну, реально, 25 киллов. Даже на обычных праках против, ну, таких себе команд. Это очень тяжело сделать. А здесь против лучших команд Америки, Европы, Африки, остальной Европы и так далее. Они делают такое количество киллов и просто реально сметают всех. Просто сметают, без шансов. Офигенная позиционка, офигенный герой. Посмотрим за их выступлением на World League. Надеемся, они так же самое будут агрессивно играть и будут показывать свой стиль игры и навязывать его всем. Потому что, как показывает практика, игра футболистов в этом году очень работает. Потому что они набирают очень большое количество киллов, и они на всех турнирах топ-3. Очень хороший результат, реально красавчики. Сейчас они готовятся на буткемпе, и поэтому у них есть шанс лучше подготовиться. Будем смотреть. 10 дней до World League. 10 числа World League начинается, это продлится целый месяц. 21 игровой день, насколько я знаю, вроде бы будет. Так что будет на что посмотреть. Посмотрим за нашими СНГ-командами. Team Unique, Canina Power. Ну, кто еще? Кто еще пошел? И Дмитрис. Плюс в Team Umbra, Number One бывшая, играет ProLord. И в Cloud9 играет Kitsune. Тоже СНГ-представители, которых вы хорошо знаете. Поэтому будет интересно посмотреть. Надеюсь, что Cloud9 будет в топ-3. ProLord зайдет в топ-5. СНГ команды, посмотрим, как сыграют, как навяжут свой стиль игры. Надеюсь, все будут в топ-5. Дальше посмотрим. Надеюсь, вас удовлетворил этот ролик. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Я очень старался. Надеюсь, вам зайдет такой формат. Если вам зайдет такой формат, напишите в комментариях. Напишите, что можно улучшить. Что добавить. Может, у вас будут какие-то идеи. И мы это попробуем с вами сделать. Так, всем спасибо за просмотр. Тренируйтесь. Всем удачи. Всем пока.